Всем привет! Я нахожусь в комплексе Султан 3. У нас уже вовсю весна. Неделя была вся солнечная, но только вот откуда-то взялся с гор холодный ветер. А в горах опять выпал снег. Это что-то невероятное. В этом году происходят просто невероятные вещи. Для Турции, чтобы в апреле, в конце апреля выпал в горах снег. На ближних горах нет снега, а дальше все горы Торос опять завалило, там даже перекрыло дороги. А у нас солнышко и цветут розы. Я сейчас пройду и покажу. В прошлый раз зимой, когда я снимала здесь территорию в феврале, я говорила, что отовсюду видно море, но тогда море было серое и сливалось с небом, его было не видно. Сейчас, сегодня у нас очень оно синее, синяя полоска. И очень хорошо видно. Я сейчас сначала поднимусь вот сюда в беседку, покажу вам, как оттуда видно море. Здесь можно сидеть, отдыхать. Я поднялась в беседку. Люди очень любят здесь сидеть, отдыхать и смотреть на море. И вот даже стульчики стоят так повернуты, потому что сидят и смотрят. Вот оно, как видно здесь. Море. Очень сильный ветер сегодня. Дом мешает нам смотреть. Надо снести. Погода хорошая. Но на прошлой неделе была летняя. Сейчас, так сказать, не могу. Хорошая, стойкая весенняя. Хотя приехали люди знакомые. Они купались, им жарко. Но это, конечно, не мы местные. Нам не жарко. На прошлой неделе было хорошо, я сама лично ходила по летнему уже одетая. Но вот сейчас дня три, как раз когда выпал в горах снег, дня три у нас прохладно. Холодный ветер именно, на солнце очень жарко, где нет ветра, очень жарко. Именно сам холодный ветер. Ребенок у меня уже успел намокнуть, он поиграл с краниками, штаны наши вон там сушатся и свитер. Машинка новая тоже вся успешно намокла. Сейчас я покажу розы, которые здесь уже распустились по дороге. Вот такие цветочки. Так, а там я уже к ним приближаюсь, желтенькие розы. Еще были красные, я помню. Вот, красный еще бутон пока что. Бутон, она прям бордовая. Вот она, розочка есть. Вот розочки. И сейчас покажу вам желтые. Вот такие они красивые. Летом здесь все будет зелено, все в цветах, будет очень красиво. В этом комплексе уже 15 мая будут открывать бассейн сезон. Сейчас пока он, конечно, грязный. Но к 15 мая его почистят, наполнят, и уже можно будет желающим купаться. Вот как выглядит беседка. Очень хорошо, здесь такой свежий воздух. И море, море, море. Вот, вон оно, море. Нашла я эту красную розочку. Вот она, красавица. И там бутоны. И представьте, как будет красиво, когда весь куст зацветет. Увидела дерево тутовника и уже много черных ягод, но только не снизу, потому что снизу я видела, как здесь детки, которые живут в этом комплексе, очень активно очищают его, уничтожают эти черные ягодки, потому что они просто очень вкусные. Попробую увеличить, чтобы было видно. Вот наши ягодки. И в Алании, когда я иду, где во дворах есть тутовник, смотри, даже взрослые женщины, мужчины ветки подтягивают, обдирают и едят. Очень полезно, для крови очень полезен он. И вкусно, конечно, безусловно, вкусно.